мне девушка, научала. Мы вас по базе пробили. Едли, а что происходит? Да вот оформляю. Здрасте. Зачем? Здрасте. Как зачем? Ты видишь, красивая девушка. Зачем? Мы же полицейские, мы же должны в положение входить. Мы же не звери. Правильно? Красивых девушек мы можем только предупреждать. Правильно же? Ну да. Не надо оформлять. А машина ваша? Мужа. А вы что, замужем, что ли? Да, что? Что, неси мне. Оформляй по полной. Там у него страховки еще, по-моему, нет, да? А муж где работает? В прокуратуре. Кем? Айтишником. Так, еще один штраф. Блин, пацаны, 15 лет не видится, рад так вас видеть. Наконец-то встретились. Одноклассники собрались. Один из всех. Сила, сила. Блин, жалко, что черного нету с нами, да? Да, черный душа компании. Да, был бы отлично. Давай на память сфотаемся, да? Давай, телефон есть? Ой, не, у меня 6 не очень. Нет, нет, блин, у меня 12 есть. О, хорошо, ночью нормально снимать. 12, брат, сфотай, пожалуйста, да? Сфотай, пожалуйста, да? Давай. О, ага. Все, Рахмет, что там? Что получилось? Подожди, подожди, а где черный, что, здесь, черный, что ли? Черный? Ты черный? Блин, подожди, камера. Черный, ты что, здесь, что ли, брат? Да ну нах, черный. Запарили, давайте днем собираться. Чего всегда ночью собирается? Стоп, как так, брат, давай. Ну никак иначе. Да, конечно. Серьезно? Что, полахна? Шо шха десишь? Отвезу, довезу, деду гой. И еще на старой машине? Отъезжай, отъезжай. Садись. Че ломаешься? Ногах правды нет. Поехали, отвезу. Маймыл настырным оказался. Ну, в принципе, чем мерзнуть, может быть, согласиться? Старая Тойота, но все же Тойота. Ладно, давай, поехали. Ну че там, красавец? Живет им норма? О, Шрек, он что, на меня глаз положил, что ли? Сакси, еще волосатый, волосатый такой. Адам деген кутни гарал мимо. Блин, как бы дать понять, что я чекуля не его уровня. Но есть пару ухажеров. Пару? Давай я третий буду, по субботам такой. А? А ты осилишь меня такую красавицу? Да, конечно, осилю. Каспири там амбулсен. Донер, монер, шашлик. Вообще-то хотела айфон, но с этим вряд ли проканает. Ладно, тогда поехали в узбечку. Ты еще в узбечку? Бля, он еще и тупой. Ох, ё-моё! Ё-моё! Ё-моё, что делать? Что делать? А что делать? Что случилось? Ай-бай-яй-бай-яй, что тебе что сказать? Ай-бай-яй, что сказать? Как думаешь? Да, это хозяйка квартиры, вот. Опять звонит, кажется, цену будет опять поднимать. Ай-бай-яй-бай, что сказать? А что за второе полугодие? Здесь нормально, здесь все в плюсе, все здесь отлично. Санжар, обними меня. А? Обними, говори меня. А что? Привет. Все, убери руку. А что случилось? Бывший мой. А? Ага, что бы там? Дочки все знают, как бы мы уже деньги... Санжар, поступили. Обними меня. Чай. Обними быстрее, говорю. Привет, как дела? Все, убери. А это кто? Это до бывшего моего. Дочки все довольны, как бы, потому что он... Парень мой идет. Ты что, дурак, что ли? Парень мой идет. А, простите, я что-то перепутал. Сейчас я подойду. Этот отчет отправляю тогда бухгалтеру. Вот моя бывшая, Соля Оскаровна. Можно я посмотрю? Пошел ты, что, нормально, что ли? Пожалуйста, Соля Оскаровна. Иди работай давай, а, Санжар. Ерла? Салам, братан, ты что ли? Салам, салам. А где твой 570-й Lexus? Да, какая разница, братан, это же средство передвижения просто, что ты тоже скажешь? Ё, а где твой 13-й iPhone, братан, у тебя же 13-й был? Да это же телефон, братан, просто связь там, пообщаться с людьми и все, что тут такого? Оу,
Сейчас, сейчас. А это кто? Да жена моя. У тебя же другая была, брат. Да ушла она. И Lexus ушел. И айфон ушел. Поеду я. Сейчас правильно движешь. Папа, сдай на ремонт, у меня компьютер поломался. Сколько стоит ремонт? 20 тысяч тенге. 20 тысяч тенге ремонт? Да. А Джан, мы в твое время с мамой все поломки чинили через YouTube. Что-то не работает, в YouTube заходим, чиним. Что-то не работает, заходишь в YouTube, там столько уроков, как починить. 20 тысяч тенге, лишь бы потратить деньги вам. Сейчас я тебя сам починю. Привет, вы на канале Фрайс. И сейчас мы сегодня покажем вам... Он там объясняет нормально, как починить. Да слушай, главное. Зацветай! Че, сейчас счет, наверное, зашерим, да? Как? Зашерим, говорю, счет. Не понял я. Напополам раскидаем, говорю, 50 на 50. Сегодня же пятница, может, повайбуем сегодня, вайб словим? Че это такое? Вайб, настр. Астр? Настроение, родной. Ты че, ё-моё, капец, ты челик. Ну ты зачем так сокращаешь? Ладно, гоу. Брат, барсу подашь, погнали. Как? Барсу подашь. Что это такое? Барсетка, во, барсетка. Ага, ну. Ладно. Блин, жалко, ЛВ, да, в ДП нет. Как? ЛВ в ДП нету, жалко, говорю. Это что такое? Ты вообще, да, хз, да, короче? Ты зачем двумя буквами разговариваешь? Блин, у нас как дождь пойдет, водители сразу лагают, да? Это что обозначает? Тупят. Как ты сейчас. Че, кстати, та подра на Панаме общаетесь? Кто? Где? Подруга на Панамерик. А, не, давай ты можешь с ней познакомиться. Да не, ЗВЗ, родина, ты че, отказал? Здравствуйте, доллар есть? Я извиняюсь, вы в обменник, да? Да. А, все, заводи. Алло. А, нет, не получится. Не получится, все занято на 2 недели. Ага, вообще не получится. Парили, блядь. Че, бизнесмен, да? А, да нет, там так. Квартиры сдаешь? Нет, квартиры, не. Шиномонтажник, что ли? Да, блин, братан, откуда знаешь шиномонтажка? О, тема, сейчас конкретно сезон качает. А ты тоже, да, бизнесмен? Ну, типа того. А, квартиры, да, недвижимость? Да не. Че, тоже этот, шиномонтажник, что ли? Не, я таксист. Индийский чай. Грузинский чай. О, Саныч, халай жигдай. Нормально, вызывай. Блин, пойдем, посидим в кафе. Куда пойдем? Пойдем, я угощаю. Да не, я сытый, нормально. Да не, ты что, перестань, я угощаю. Да? Да ты что, каждый день в Алматы приезжаешь? Мама, пойди. Блин, нормально, все, я угощаю, нормально. Да? Конечно, чё? Чё, Саныч, заказывай. Чё, Алматова кошкельтин, красавчик, молодец. Давай любую, там шашлык, там, что там, без разницы, заказывай. Да не, я, в принципе, сытый, братан, рахмет сам. Да ты перестань, ё-моё, чё, блин, каждый день приезжать, что ли, осилишь, ё-моё. Давай, это гостеприимство, блин, да. Блин, давай тогда су, наверное, да, вода. В принципе, видим, там ахш пиугрит, да, он, блин, где. Воду, блин, давай, что-то ты слабенько. Да. Давай, воду. Давай ты сам себе закажи, если хочешь кушать. Все, брат, давай, я очень рад, что ты приехал, я хочу тебя угостить просто. Все, без проблем, братан. Да. Ты, Саныч, точно ничего не будешь? Не, очень вкусно, блин. Давай хотя покушать что-нибудь. Да не, рахмет, братан, все нормально. Я сейчас стейк, сейчас шашлык заказал. Чуть кальян заказал. Будешь? Не, спасибо. Бля, капец ты, блин, Саш, блин. Неудобно просто. Ну, блин. Хочу угостить тебе просто. Там аж щебен просто. Зря я покушал. Бля, капец ты, блин, брат. Ну вообще, блин, ну это же не серьезно. В любом случае, спасибо, братан. От души, бро. Просто не серьезно же. Зря ты, капец, брат, не покушал. Вообще очень вкусно было. Нормально все, братан, рахмет. Что-то, счет? Что случилось, братан? Да нормально все. 5 тысяч не хватает. Че? 5 тысяч не хватает. Сколько там вышло? 5500. Дай сюда. Вот ты капец, братан. Говоришь там, угощаю, улыбай там. Другие легенды, конак ты алмайм, да, она на вообще. Я на улице буду. Один еще. Да ладно, Сан, что-то обиделся, что ли? Да не, нормально все. Это, ты говоришь? 5 тысяч тебе разменять. Не хватает просто на такси. Какие 5 тысяч? Зачем? У тебя 5 тысяч было? Ну да. А что, у тебя нет, что ли? Нету, конечно, я же тебе отдал. Ну есть хотя бы 10 тысяч тебе разменять. Это просто сейчас. Ты мало пился. Че ты, Саш? Че, обиделся, что ли, ёбай? Эй, Иман, живи. Поехали куда-нибудь, к тебе поедем, я вообще. Че? Че ты?